Самоубийство там, не знаю. Ну я, например, говорю. Едь машину перед ней пробежать чем-нибудь там. Может быть, да и с крыши выпили. Меня приглашали в Саратов, наш клуб приглашали, спортивно-культурный клуб вместе приглашали в Саратов. Мы ездили в организацию, где родители вычислили этих детей, собрали детей вместе. Вот я с ними разговаривал, говорю, вы понимаете, вас разводят. Вас разводят, над вами глумятся, вас снимают на видео, потом ваши смерти продают. Вот он думает, что он не знает. На самом деле там уже камера стоит, где он будет прыгать или машины бегать. Уже на самом деле все готово. И как он там выцарапался, вот пришли форму, вызерком, или что там, да, вырвут ухо, присылают фотографию. Они потом извращенцам продают эти фотографии или видео. Вот и все, это развод. Все человечество сейчас пытаются, да, сломать, но нам нельзя вестись на это. А, можно скачать Photoshop, можно включить, да, мозг, конечно, и это все, да, изобразить на компьютере. Да, да, да. Но чтобы овладеть на Telegram над Photoshop, надо большое время. И нафиг это надо заниматься кому-то такой ерундой, если он может пойти трудиться в фирму, да, и. Да или как это? Программист. Программист, айтишник. Ну, можно айтишникам, программистам, можно в Photoshop очень востребован. Например, люди снимают видео. Вот у нас, да, например, много снимается видео, но нет так называемых этих шапок. Оформление видео самого шапки. Photoshop он шлеп, вот накидал текст, сделал. Превью, все. Превью называется. Или превьюхи, да, там, за 50 рублей, за 100 рублей продал кому-то. Итак, и, кстати, парни, если у вас у кого есть навык Photoshop, видеомонтажа, если есть, парень, если вы можете какую-нибудь. Смотрите, я могу вам сейчас поставить техническое задание. Если по приколу, да, чисто для себя, кто захочет, исходя из своих знаков, вот любое видео дергайте с вашим выступлением, с вашим участием, ну это клубные. Сделайте что-нибудь с этим видео. Вы можете скачать с интернета, как знаете, да, скачать с интернета, все проблемы, даже я знаю. Скачать с интернета, превьюхи, шапки, не шапки, монтаж, показывайте мне, я за каждое такое действие от одного до четырех занятий безоплатно могу. Ну, либо раз в неделю, либо раз в 4 недели. То есть, в зависимости от крутости. То есть можно сделать от видео до шапки, да? Ну вот, например, вот смотрите. Вот есть какая-нибудь тренировка, которая тебе понравилась, где ты занимаешься. Это может быть видео на 30 минут, может быть видео на час, может быть видео на 5 минут, там разные есть. Вот ты берешь, лично ты, например, берешь это видео, скачиваешь, смонтируешь, можно поставить текст, описание, какие упражнения, можно поставить шапку, да, все это, фотографию приготовить. И если есть свой канал на YouTube, то можешь себе это загрузить. Я это смотрю, ты пока смотри, значит, смотри. И если нет канала, ты говоришь, мне нет канала, да, ну давайте на СКК выложим. Я смотрю, я говорю, все классно, мне понравилось, один безоплатное занятие тебе даю. Владян, допустим, тоже так делает, делает чуть-чуть лучше. Я говорю, Владян, молодец, два занятия ему дают, да? Ну, например, Артем делает еще чуть-чуть лучше, чем вы вдвоем. Я говорю, ну хорошо, Артем, молодец, три занятия, только с другим уже видео, да? Или с этим же. А Арсений взял, лучше всех сделал, например. Да. А вообще, у тебя 5 каналов. У тебя 5 каналов? Ну ты монтажом владеешь. Нет, он просто умеет создавать аккаунты и все. Не, один канал может быть для игр, один канал для гимнастики. Конечно, факт. Сейчас очень. Поэтому не теряйтесь. Да я не удаляю. Да как захочешь. Поэтому не теряйтесь, если у вас есть навык опыта. Я, конечно, бы мог деньгами, но я сам не располагаю большими деньгами. Но я располагаю возможность занятий и безоплатно сделать. Я бы с радостью бы вам денег бы раздавал бы там по 500, по 200, по 1000 рублей с вами были. Просто я говорю, сюда приехать, еще у меня история. Я купил сушек нам всем, но уже счастлив, что я смогу с вами сушками поделиться. Я уже радостный. Но могу поделиться часами. Конечно, Артем Станиславович угарится на меня, уберу, посмотрел, говорит, Сергей, ты что здесь поставил? Я говорю, Артем, это мое дело. Мне, ну, я вижу, что у тебя есть показатели, результаты, что они стремятся, вот я и хочу вот так делать. Вот эти плюсики, плюс 3, плюс 4, он такой, где бабки? Серый, где бабки? Я говорю, где бабки? Где? Надо парням дать возможность заниматься. Ладно, все. А где еще есть этот какой, ну, зал фрискил? Фрискил? А да, только один зал здесь. Он сейчас здесь один, вообще, это сейчас один, погоди секундочку. Вообще в свое время мы хотели это сделать центр гимнастики и воркаута. Я просил парней, чтобы они. У нас есть, получается, есть федерация воздушно-силовой атлетики. Она включает в себя либо лично гимнастов, либо гимнастические воркаутские клубы. Вот клуб калистеника, примат,
Стронгер, Фрискилл и разные-разные другие, они входят или не входят в состав федерации. Вот мы в свое время хотели сделать это так, чтобы сюда могли все клубы приезжаться и делиться опытом своим. Ну а менять здесь просто на какое-то время, либо навсегда, ну, до какого-то до окончания договора, либо на день, либо на месяц, хрен его знает, не могу понять. Меня здесь сделали именно артисты как воспитатель. Я говорю, я не тренер, я не инструктор, я воспитатель. Я сижу за порядком, за безопасностью. И каждому из вас мне надо, чтобы вы были, ну, людьми прежде всего. За это место очень много разборок идет. За это место. Все хотят здесь находиться, они все выдержат. Все думают, да, что здесь люди приходят сейчас с баблишкой снимать. Все, но надо платить за аренду. Надо платить инструкторам, это не ущипывает, да, они не понимают это. Но ну, просто денег снять и все. С кого снимать-то денег, если надо, надо навык дать, да? Вы бы не стали бы заниматься, если бы увидели, что есть плохие деньги, тусуются, что нечего здесь ловить, вы бы не стали бы сюда ходить. Так как здесь мы подходим, мы строим братские семейные, и вы сами за собой видите результат, поэтому, соответственно, вы сюда и приходите, да, заниматься. Но, возможно, здесь окажется еще кто-нибудь, который будет говорить, все надо делать по-другому, решать что-то по-другому. Вам, может быть, в будущем предстоит определиться. Вот фрискилл зал, по идее, один. Один зал в Саратове у клуба «Калистеники», но его нельзя назвать это залом фрискилла. Или в Саратове нельзя назвать залом, это не личное помещение. Все, они дуются. А так в Энгельсе еще, говорят, есть одно место, помещение, я не знаю, где это находится. Парни приходили, но там, короче, что-то, как мне сказали, один турник висит, и клуб тоже, я не понял, как называется, клуб воркаута. Они вроде бы тоже один от турник. Этого, от Владислава Дневский, некоторые ребята сюда приходили. Самодельный, приваренный. Как? Я говорю, турник один. Ну, один турник, там реально, скажи, там один турник, и вот они стоят. Я говорю, наверное, шум. Сами сварили. Как? Я говорю, наверное, сами сварили. Может быть, я не знаю, может быть, нашли или там стащили где-то. Как? Экономить, наверное, не может, ладно, денег нет. Да, конечно, но нежели чем стоять по 10 человек или там по сколько человек в очереди ждать турник, у нас есть много очень занятий, связанных. Акробатика на полу можно делать. Никто не хочет базу качать, никто не хочет отжиматься. Да, Диман, 500 отжиманий сегодня. Владян, молодец, пришел сегодня, 500 отжиманий. Не пытается. Нет, неправильно. Сегодня мы все очень классно и радостно попали на прокачку волевых и силовых качеств. А 500 отжиманий, то, что у нас Димка... Тихо, Асин, что такое? Руку потянул, потому что Димка у нас стуканул этого Юру. Но это лирика все, поэтому, парни, даже можно на улице заниматься. Вы здесь должны основу понять, основу. Что такое? Ну просто многие на улице стесняются. С рукой нормально все? Многие стесняются, а что посмотрят, а что скажут, а что подумают, а там, а сям. А что стесняться? Живите, ну, живите, наслаждайтесь. Арсений, что ты хотел мне сказать? А скоро можно уже наконец? На турники? Подожди. Чтобы до турников дойти, надо расстелить сначала маты, пройти полосу препятствий, вы можете начинать, если хотите, и переходить на элементы турники. Вы расстелите маты и сначала соточку отожмемся, а потом полосу препятствий, или полтишок отожмемся. Ну а как же так, Артем? Надо, брат, отжаться, надо. Иначе Дима не поймет смысл урока. Дим, ты понял смысл? Я не объяснил. Да я ему тоже объяснил. И он сам себе, наверное, объяснил. Чуть. А, да, вот туда его сдвинет тоже мат. К лесенке. Да, чтобы на всякий случай вернуться. Я думаю, Дима сам себе объяснял. Но а что делать, объяснять? Учителя снова объясняют. Вот Сашку, да, дернули в Киеве нашего, Сашу в Киеве Кузнецов. Ребята там припилили, понимаешь, а он просто рядом стоял. Там где ты его в школу вызывал уже, в школе. Ребята, вы там. Ну, как? В среду и в понедельник. Ну, да, вот как раз ты ему когда он рассказал, что его в школу должны были вызвать. А не надо стоять там, где курят. Надо сказать, что вы, ребята, курите пластмассовую такую гадость в городе. Да нет, а что будет? Ну, пластмассовые трубки они там курят в школе. Вейпы, да. А Сатей стоял то ли рядом, то ли он там крутился, стоял. Не, не, он сказал то, что это. Да он выдумал. Нет, он. Что он возле за партой сидел? Крутился. Не, не, он рассказал то, что там очень много человек вот это вейп, ну, вот это курили, вот это все. Парили, да, что они там? Да.
И вот, и он именно в тот день попал к сети к директору, и его мама подумала, что он тоже курит, а он просто из-за, ну, из-за поведения его, да? Да. Но мне кажется, там чуть по-другому было. Все-таки он же живет на мелиорации, у меня тоже друзья на мелиорации живут, они наблюдают, что происходит. Правда, иногда люди не знают, что я знаю, что с ними происходит. И он прокуривает соседей. Да. Да. Просто так не бывает, дыма не так. Да, как и думал, просто у меня этот тренировок спрашивает, где они. Я сам не знаю, никогда не раз. И не вздумайте, парни, это редкостная, говёная, пластмассовая шняга. Вот только я так могу. И каждый, кто это вот сосуд или труп, я говорю, ты что делаете? Да это же не вредно. Я говорю, ну ты что там? Легкие пластмассовые станут, потом они окисляются, легкие. Не, ну гадость какая. Да и ребята, вот спортгород, ох, курит, он на турничке попрыгал. И опять, блядь, зачем? Ну, не любят они себя, да, здоровье свое не жалеют. Нет, типа модно сейчас. Я один раз видел женщину, которая одновременно бежала и курила. Они говорят, видишь, мы не курим, мы парим. А это уже давно электронные сигареты появились, это уже лет 10 они есть. Просто всегда это бабло стоило дорого, а сейчас как бы более доходу пошел. Опять, кто оплачивает, а родители оплачивают. Ребятенок, он... Нет бы себе яблочко купить, да, вот эти вот стоили вместе. Нет бы на тренировку оплатить, тренировку сходить, он все пластмассовую гадость покупает и жрет ее. А их еще перепродают. Перепродают, использованные, там, не знаю, там насыпку там, а вот дает, и говорит, на тебе, покури. Лимонный, вкус лимон. Я не утверждаю, что именно так. Но, скорее всего, что-то похоже. Арсений, все. Игорь Геннадьевич, можно мне делать? Как? На столбе? Нет, колесо можно не делать. Только... Да, если нога побаливает, да, не делай. Арсюк, если боюсь, так не зави. Не делай так толчок так. Сейчас, погоди, Влад, пусть поможет тебе. Артем, помоги, пожалуйста, Арсению подвесить переворот. Не, стоп, верни назад. Сейчас еще раз повисни. Вот смотри, не делай толчок, просто повисни на ручках и просто подними силы ног. Не прыгай, да. Поднимай ножки. Вот молодец. Вот, это красиво. Ну это я так сказал, правда? Давай, показывай. Что ты там вчера хотел показать, под камерой показал. Давай, ножки поднимай и ручками тяни. Давай, Артём, помогай, братан. Я сам, сам. Погоди, надо помочь. Давай. Сейчас, давай, зависни, надо помочь. Братская помощь всегда нужна. Спокойно, Дима, спокойно. Под спину подтаси его, давай, под спину. Оп, все, отпускай. Оп, молодец, и натяжение. Ножки вместе. Красиво натяжение сделай. И красавчик. Сейчас давай. Вперед кувырок делай. Вперед кувырок. Бочку прям. Оп! Молодец. Все. Артем, давай. У меня вчера часто получилось прям. Я видел на видео. Я видел, чисто все получилось. Да, но это когда я попросил. Не делай, ты начал делать. Так обычно не получается, когда не надо делать. Когда кто-то смотрит, да, никогда не получается. А когда не смотрит, все получается. Как в игре компьютерной играешь. Уже все, 100 раз прошел. Так, все, давай, последний раз, все. Бах, получилось, а до этого не получалось. Арсений, аккуратно. Еще у меня в школе на каждую перемену. В туалете целая толпа вот этих курящих старшеклассников. Да, это вообще туман. И в совокупности вот этих запахов, это вообще... Да, блевоты. На меня... Я, например, в тумане там хожу. В подъезде, короче, типа у нас терлись. Но у меня есть несколько мест, где я могу себе позволить остаться ночевать или там как-то передохнуть. В общем, условно одно место там называется штаб, где у нас движение, костюмы хранятся, где там сценарные всякие планы, зарисовки. И ребята стоят на протяжении там некоторого времени. Вот это вот, а я захожу, и запах как будто бы вот смесь мыла и дезодоранта в туалете, который брызгает. Я не пойму, кто набрызгал, поднимаюсь, а что слышу там, чуть-чуть такой, а по всему, по всем нескольким этажам дым. Я понимаю, что это нездорово, как будто как было, что подожгли, ну, что за прикол, поднимаюсь, прячься вот так. Я говорю, парни, что, как дела там? А я до этого знал, ну, кого-то. Да мне ничего это, я говорю, что делаете? Да вот, блин, парим. Я говорю, сосете, наверное, а не парите. Мы же, ну, они там реально не сосушат, ну, они трубку сосут. Да нет, говорит, Сергей Геннадьевич, не сосем, парим. Я говорю, да ладно, хороший. Я говорю, ну, короче, смотрите, ситуация такая, я сюда прихожу, чтобы вы больше здесь не были. Договорились, да, да, все. На следующий день прихожу, опять стоят, опять соседи. Я говорю, да нет, говорит, и там один такой очкарик детский начал это.
А что ты типа на нас, ну, что мы сосем? Я говорю, а? Ну нет, ну так это слово не понравилось. Я говорю, ну ты же сосешь, ты берешь его в рот и начинаешь вот это действие делать. Да нет, ты мне начинаешь рассказывать. И он что-то так это, ну, грубанул. Я его спрашиваю, а Алеша что-то зовут? Я говорю, Алексей, я говорю, у тебя сколько лет? Он говорит, 16, он же техникум, там второй курс учился. Я говорю, смотри, как тебе 18 лет исполнится? Я говорю, я тебе отвечаю, да, что мы с тобой по-мужски поговорим. Сейчас просто это, ну, ты ребенок еще. Он говорит, а что ты, как ты можешь со мной говорить? Я говорю, позвони бабке сейчас, сейчас батя позвони, спроси, батя, а его батя знает меня. Я говорю, скажи, у Сергея Геннадьевича, говорит, с 18 лет по-мужски, что это значит? Он не стал ему звонить, все, ну ладно. Через какое-то время опять эта же ситуация, опять это же тело стоит. Остальные разбежались, короче. Ну, я его попросил, я говорю, Леша, я же тебя предупреждал. Ну да, предупреждал. Я к нему очень близко подошел, у меня кепка, козырек, я подошел аж не так, переносится в одну козырек. Я говорю, ну как ты думаешь, что я с тобой сейчас сделаю? Я говорю, я тебя могу выбросить из окна, ну что угодно могу с тобой. Ты мне ответил, да, сказал, что не хватит, ну как бы проотвечался. По-человечески там рассматривать, да, по-мужски. Вот. Ну, он-то еще не мужчина, он пацаненок еще, как бы ребятенок. И он, ну, короче, берет... А? Ну, как Влад примерно возраст? Ну, 16 лет ему. Побольше. Он уже на технаре в каком-то курсе. Молодец, Артемий. И он берет, наступает мне на ногу и убегает. Он прям наступает мне на ногу и убегает. И лежит в подъезде и орет. А, убивают! Я не понял сначала, что случилось. И он в это время бежит и звонит бате. Папа, на меня напали. Ну, у них, блядь, такое распланировали, да, не тему. Вот я только поднимаюсь до штаба, только вещи там снаряжение складываю, спускаюсь вниз, внизу возле подъезда толпа стоит, ну там эти тети. Пришли родители этого мальчика Алеши, стоит, начинает орать. Ты нашего сына оскорблял, что он сосун, там что еще прочее. Я говорю, ну он же сосет. Я говорю, в подъезде стоит и сосет по факту. Железную стеклянную трубку. Ну кто он по жизни? Сосун. Короче, вызывают этих... Полицейских с автоматом приезжают, вот три таких этих парня. Они, что, нападение на ребенка? Они сказали, говорит, нападение на ребенка, какие они сказали. А я так стою, еще гонишь, а там ребенок, очкарик стоит, он как вот, вот как Артем, только вот такой, морда отъетая, надо мной там стоит. Я говорю, ну ладно, поехали в милицию, все, я удостоверение показал. Они, да они угорают, меня везут, наручники не стали одевать с автоматами, так, поехали. И машины везут и рассказывают. Говорят, ну что случилось? Говорят, да в подъезде. Говорят, месяц прошу, чтобы они не баловались. Хачки вот эти вонили. Говорят, да, да. Ты, говорит, не переживай. Я не переживаю. Я говорю, скорее всего, это вас выдергивает. Его из милиции третий отдел. Да. До этого дошел, спустился на это. Молодец, молодец. Вызвали там этого детского, несовершеннолетний, да, с ним разговаривать. Я сижу внизу. Макар Денис Андреевич подошел. Сидим внизу, ждем, я как бы у меня в прикол. На меня смотрят там эти милиционеры. Че, говорит, хулиганишь? Ну, как бы, слышь, я говорю, это сотрудник. Я говорю, ты разберись сначала, кто хулиганит, хулиганит. Я говорю, ну не-не-не, мы по-другому. Че ты, говорит, там это, ребятню гоняющий. Говорит, я вообще не гоняю никого. Они меня разводят на то, чтобы я сказал, да, я там подзатыльник типа дал. Я говорю, не, если бы я дал подзатыльник, башка бы отломилась бы у него. В общем, как итог? Меня потом вызывают к участковому, я иду к участковому. Что он в заявлении написал? Он в заявлении написал, что, самое главное, он стоял там, когда вот эту вонючку эту вонял свою. Я говорю, ты что здесь делаешь? Он говорит, а я говорит, своего парня жду. Вот, я его спросил, слышь, я говорю, ты это что ли? Ну, трансгендер, блядь, ты что парня своего ждешь? И в милиции они потом говорят, они говорят, да, они так зажимаются, может, стоит молодежь. Ну, трубки покуривают, потому что они это странные какие-то. Ты говоришь, их не трогай. Сейчас после, дай бог, вот этого, ну, как она, как правильно назвать-то? Не определившегося в своей ориентации. Сейчас, если его обидишь, он потом пожалуется в права человека, там еще что-нибудь. Евросоюз там это говорит, нафиг это надо, не трогай их никого. Ну как парень, ну как ошитало, никто не стал ходить. И это я про то, что говорю, они выпендриваются, молодец. Они тут сами будут заявление писать. Но если красиво. Шпагатик? Ну давай, шпагатик. Ты 4 раза сделал? Молодец, давай шпагатик прокачивай.
еще давай. Просто можно стебать, можно словами, высмеивать, да, вот скоморошить, что называется, дурака валять. Но не надо руки, конечно, распускать. А еще, если есть такая тема, кто-то может напасть первым, там, стукнуть или еще что-нибудь. Ну тогда уже да, тогда уже как бы получается, ну и мне все карты в руки. Если какой-то дурачок там что-нибудь толкнет или еще что-нибудь. Ну пожалуйста, парни, не доводите до конфликта, потому что все самые вот эти вот перцы, да, они потом первыми жалуются. Сначала друзьям жалуются, если друзья ничего не могут сделать, они родителям жалуются, если они ничего не могут сделать, они в милицию жалуются. Вот и все. И еще очень важный момент. Тот, кто зависимый, ну, например, эти сосуны или там бухарики или еще, они слабые, они не могут себе приказать остановиться. То есть они реально слабые. Кто бы как ни пугал, каким бы толпами там, тоже по-разному, да, ситуация, меня в натуре там такие стрелки забивались. Сейчас вам не надо про это знать. Было такое. Я дрался с 8 человеками одинаково, одновременно. Меня в окно забросили магазина. Просто я пробил с собой стекло на коридоре, цветочный магазин меня забросил туда. Я оттуда вылазю из окна, рваный, все в крови, олимпийку снимаю и дальше начинаю долбиться. А что, негодяи, нападали там всякое и прочее. Были такие стрелки, забывали там 150 человек, поскольку все там пришло, просто народ. Вот все в людях, и так вот смотрят, говорят, серый, ё-моё, это с тобой что забились? Я говорю, ну да, я один прихожу всегда. Ну один, может быть, если за кого-то я заступаюсь, может быть, кто-то идет, за кого я заступаюсь. Нет смысла с собой толпу побить. Если побьют, и так побьют. Одного или с толпой, неважно. А когда приходишь один, все можно решить. Например, приходить, если на какой-то там разборка, да, вот если марафончик, какой-то серьезный рычный момент, приходить с друзьями, возможно, друг что-то наговорит лишнее. А когда ты один приходишь, все, вот базар, кровью спаси, здоровье, еще надо там, бабок нет, давай ничего никому денег не буду платить, не буду. Просто хотите убивайте, хотите давайте драться. Один против десятерых, один против ста, вообще пофиг. На ножах, на топорах, на палках, на молотках, на пистолетах. Если есть пистолет, давайте пистолет будем стреляться, будем строим. Никогда духом не падайте. Что бы ни случилось, там всегда бы делать, всегда надо культурно общаться. Самые серьезные люди, если мы осматриваем серьезные в плане духовности, они всегда очень культурные. Любого можно осадить, нет такого, что да, нету супер-непобедимого. Все всегда произойдет. Просто держитесь справедливости. Понял, Дима? Молодец. Я почему спросил тебя, понял, Дима, или нет, потому что у тебя вчера был случай, тебе это будет вспоминать еще несколько лет, наверное. И вчера все, все, кребетенку пяткой прям. Простите. Так, ладно. Лирика, да? Кто сколько? Арсений, ты 4 раза прошел? 6. А, ты уже больше 4 раза. 5, да. Ну, если опять, если касается парня разборок на спортгородках, всегда идите сюда. Если кто сомневается в умениях или кто-то подначивает, ну покажи там сальтушку, мальтушку. Скажи, браток, пойдем в зал. Например, любой из вас может сказать, да, вот такому. Я тебе оформлю безоплатное занятие. И мы здесь в зале посостязаемся. Я отвечаю, если кто-то придет такой, ну, храбрец, кто будет на улице подначивать, 100% безоплатное занятие сделаю, просто чтобы посмотреть на вот эти вот эти. Чудеса на виражах, да. Да. Есть мультфильм. Был такой мультик, да. Дисней, да, там это? Мишка Балу, самолетчество. Так, ладно. Вообще, я сколько видел в интернете, проводил тесты вот этих вот электронных сигарет, там все равно до легких остается самое ценное. Легкие разъедают. Легкие. Ну прикинь, мыло курить. Я не знаю, не прикидываю, конечно, это жестко. Так сейчас появился новый вид болезни туберкулеза от электронных вот этих вот. Ну это кислота там долго. Я не знаю, что они дебилом надо быть конкретно. Нет, туберкулез раньше еще был. Да, новый вид, Дима, новый вид туберкулеза. Он же был когда моей мамы. Да, но туберкулез, да, заболевание легкое, но это новый вид, как раз развивающийся от употребления пластмассовой вот этой дряни.
Нет, есть дедушки живут или бабушки до 150, там, до 180, до 100 лет, или там в горах они тусуются, они всю жизнь табак курят или прочее, прочее. Но они, может быть, курят выращенный ими продукт, табак, а не купленный в магазине, там, намешанный с непонятно с чем. Я не могу курить, там просто заправку вот эту всю жидкую покупаю, заправляют. Да, заправляют, а может, сигареты простые закупают. А если, например, берут листья табака и жуют их, эти мюсли там, или как с мюсли какие-то, в баночках, какая-то жевательная какая-то тоже гадость. Никогда, кстати, что, когда кто предложит, попробуй, парни, не ведитесь, есть такая дрянь, такая редкостная, с первого знакомства. Ну, например, дали жвачку, да пожуй жвачку, нормально будет. Пожевал, бах, как заштырило, через 3 дня в себя приходишь, думаешь, ё-моё, что произошло? Не ведитесь, парни, на все это. Все, кто подсаживает, они первые разы безоплатно дают, а потом говорят, денежку давай, а уже все не поведется, уже никуда не денется. Первый раз он денежку дал 100 рублей, потом дал 500 рублей, потом кищем, а потом надо будет заходить домой и воровать дома деньги. И все. И таких ситуаций очень много было, и это всю жизнь. Была когда-то страна такая, называлась Союз Советских Социалистических Республик. Советский Союз. Это СССР, да. Наши родные, наши бабушки, наши предки отстаивали. Это страна советов. Люди, жившие здесь, помогали всему миру. Строили в разных отсталых странах. Помогали друг другу. Но потом эти негодяи взяли, все распродали, обманули. Всех поубивали, честно, хороших, добрых людей. Остальных всех купили. Кого не смогли купить, отравили. Сознательно, информационно, да, отравили. И все. И мы сейчас живем в таком месте, что нам... Вот раньше, чтобы вы понимали, не надо было платить деньги за занятия гимнастикой. Были дворцы культуры, дома культуры, да, где родитель привел ребенка, и у него каждый день разные занятия. Раз в год бесплатно все, понимаете, все бесплатно. Все государство оплачивало, да? А сейчас что? Сейчас все бабло, 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 бабло. Не надо на это вестись. И вот, а Дима, ты хочешь что, со скок сделать? Стульчик. Ну давай, брат, Катя, взял пяточки сразу подожми, сразу готов пяточки, да. Давай. Оп! Но! Ты тормозишь сам себя. Да, да, останавливаешься. Ты боишься и руками не прокручиваешься. А вот сегодня будет, Артем, давай сегодня это, ребятне про стульчик расскажешь. Вот, я уже сижу и обратно. А тебе надо заметить, как Артем делает, надо, или как исполнение, надо бедрами, тазом вести за турник переводить. Он уже шестой сделал. Шестой, молодец, давай, Арсений, сейчас погоди, посмотри, как Артем сейчас делает стульчик, и может быть тоже вы поделаете все. Я хочу со скоксить с перекладиной. Эй, погоди, вот сначала давай стульчик сделай, смотри, как у тебя что голова, спина, таз. Что это сложнее? Раз, нет, раз, раз. И он руками, видите, подкручивает. И руками подкручивает. Оп! Подкрутил. Не, он прям откидывает назад. Да, таз он затягивает, да. Но если ты понимаешь технику выполнения, вы делаете, что вы? А можно попить? Попить и мыться в туалет, парни, да. Ее нужно самому напить, а вот одну тему объяснять будет для себя понятно. Конечно, тебе надо посмотрел и надо делать. Арсений, ты до 8 раз будешь? Арсений, до 8 доводишь? Я бы вам уже предложил вот потихонечку с полосой препятствия останавливаться и переходить на эти элементы. Давай, 7 раз доделывай, да. Давай, давай. Мне руки потеют, не на скорости. Страшно. Дим, братан, варежки одевай. Они будут скользкие, но не мокрые. Короче, ты как бы нужно пролишь, не делать назад, тише, потом там. Артем, подкрути его, помоги. Не надо, тихо, пожалуйста, я не сам. Ссыкуй. Я сам. Не ссыкуй. Я сам должен понять. Да ты поймешь, когда тебя подстрахуют. Ну давай, прям летишь по губке на топорике, когда у тебя отлетаешь. Ноги, да, ноги подожми, Дима. Оп, вот, а сейчас бы у тебя под плечи подкрутил, ты бы понял бы как. Владя, пробуйте, парни, пробуйте. Да. Нет, только ты должен подкрутить. Перчатки одевай, конечно. Смотри, какая штука. Да, руки сильные. Вы соскальзываете, но хват сильнее становится. Перчатку прошу, оденьте перчатку, что там? Не здесь, маленько попейте, Дим, маленько.
там, посмотри, где-то маленький пакетик лежит. Оденьте варежки, конечно. Либо купите вот Арсений. А у меня такие две, я забыла. Да что ты их забыл, да. А я так там куча варежек. Раздай, Дима, раздай парням всем. Мне не надо. Я здесь пока не надо. Натирай тут варежку один только. Смотри, какая штука. Вот они укрепятся. Вот они будут такие мозольки. Они, они, я их не срываю. Кто вам говорит, что надо срывать, вообще не слушайте. Еще вообще ерунда, не думайте срывать. Потом это деградил и довез. Ну смотри, вот, например, вот сейчас потрогай пальцы. Вот потрогай кожу, не мозоль, и рядом мозоль. Вот это вот, да, это как бы защитная подушка такая. Если я ее сорву, будет такая мягкая кожа. И она опять будет нарастать. Не, она, конечно, может оторваться, ничего не будет. Целенаправленно, не надо ее распаривать, срезать, зачем. Вот они и есть. Конечно, да, бывает такая тема, и ребята, кто занимаются набивкой рук, бывает вот такое, только на кулаках, но это жестко. То есть человек сидит, так руки положил, и в общество уже не сходишь. Или вот так, да, когда разодраны на руки, ну как девчатам общаться с нами, когда там, блядь, ушатки, ну все, что это такое. Не надо, не надо. А когда ручка аккуратно, и тем более вы рак спрятали, никто не может понять, что вы гимнасты, бойцухи. Вообще, должны быть с виду самые простые ребята, чтобы никто не подумал, что вы там мастера. Спокойно себя ведите. А по факту, ну, у меня вот, например, у меня вот на вид, у меня 4, но здесь самое большое. У меня точно так. Позади, да. А чтобы вам укрепить, надо вот так. Не вот сюда, а вот так зацепляйтесь. Дима, Дима, попробуй схват глубже сделать. Глубже. Да, да, глубже прям закинь. Вот, да. Я выход на 3 хотел. Так, а что тебе мешает с таким хватом сделать выход на 3 сразу? Ничего не мешает. Тренируйте руки, разные варианты, конечно, тренируйте. Нож не качай левый. Пятый. Нет, стой, стой. Как? Конечно, у тебя скользнул. Да. Вот я покупаю про резины, они такие просто эти грязные. Эти грязные, ну ты, Дим, как это, не ищи. Ты надо еще на последний дошел. Молодец. А еще на спиной. Не ищи повода для, для оправдания. Я оставить. Не ищи повода для оправдания своего нежелания сделать. Скользкий, перетерпи. Да, если ты же ниже маты не упадешь. Я в этом делала, я боюсь просто, что они там прогнутся. Брат, ну не бойся. Мы сегодня про это говорили. Ну перебори страх, Дима. Ну соскользнешь, ну упадешь на маты. Ну качкам пробьешь там этот пол, и только пробьешь. Ну придут они, принесут. Вот молодец, принесут они тебя с гантелей там обвязанные об руки, об шею. Скажешь, ну Димка пришел, гантели начал брать матку. Давай, левой ногой, мах пяткой. Левой ногой. Молодец. Вот, молодец. А там все сказать, не можно ему качкам ходить? Ну я их так называю качки, это по-дружески. Так на самом деле называется тяжелая атлетика. Я это знаю. Качки дурачки. Фиги узнать. Парни, опять про тяжелую атлетику, занятия. Туда хотел еще больше, да, пока не. Но, поймите, лучше заниматься тяжестями, когда у вас формируется мышечный костный аппарат. Желательно это лет с 18. А еще лучше я бы, вот я бы на своем месте, бы это было после 20, ну, после армии или там какая-то. Потому что до 25 лет идет оформление тела. Люди, кто начинает заниматься железом, идет громадная нагрузка на нервную систему, сдавливание и на спину. И наступает потеря зрения, горбая осанка. Ты зови, как мне надо вот такой. Но это из-за мышц еще бывает. Многие специально, это как-нибудь потом прикол. Дим! А, блин, ну ладно. Я хотел, знаете, некоторые, если вам объясню, без майки ходят так. Специально, не из-за мышц, а чтобы вот здесь все. Чтобы все это сжималось. Не вот так осанку, когда натяжение идет. Нет, так не ходит. Как редко кто ходит, так на самом деле только мастера осанку едет. А снова вот так. Еще руки вот так, еще эффекты дать. Надо было таких гидромодривых. Да. Так, бах, я особенно по пляжу, наш пляжный задиру такой. Бум! Да. Я смотрю, проходил. Он аж сам, он аж сам от меня падает. Ну вот так. Разделался. И он наш заходит, а нет. Не, реально, парень, я общался с силачами, со мной служили ребятишки такие. Ну, они без прикола. В юном возрасте они приходили в зал. С, ну, в культуристке, в этом, в силовой атлетике. Вот он раздевается, другие одеваются, уходят, потому что там вообще карандец, там как из греческой вот этой фигуры. Но это генетически
и он занимался с детства гимнастикой. Железо потом, после 18 лет, начали перебивать. Потому что оно же сформировалось тело. Все, железо начинает заниматься, останавливается рост по телу. Идет громадная компрессия на позвоночник. То есть там, где у нас позвонки должны быть гибкие, какие тяжести. Сдавливают. Я не отговариваю, да, ну просто потерпи до 18 лет, будешь заниматься. А он.